Я приглашаю сюда нашего следующего спикера. Это директор по продажам компании Sound Creations Electronic. Да, добрый день, слышно меня? Андрей Никитин. Андрей, добрый день. Sound Creation Electronics – это дистрибьюторская компания, да, поставщик аудиовизуальных систем на территории СНГ. Добрый день, что спасибо большое за и в каких городах выступить. Для нас это первый опыт, мы первый раз участвуем в его фокусе. Нам очень интересно попробовать себя на этой площадке. В двух словах, мы будем участвовать во всех азиатских ивентах в Алма-Ате, в Астане и в Ташкенте. Мы будем показывать в основном проекционные технологии Barco, официальным партнером которого мы являемся с этого года. Мы будем показывать также системы конференц-связи Televic и видеоконференц-связи Lia. Ну, в двух словах я хочу немножко рассказать про нашу компанию, потому что хотя мы являемся классическим дистрибьютором, на самом деле наша миссия в том, чтобы максимально спрямить расстояние между нашим партнером, нашим заказчиком и вендором. То есть мы на самом деле, являясь дистрибьютором, по сути, половину своей энергии и времени тратим на то, чтобы дать конечным заказчикам и нашим партнерам в регионах доступ к знаниям, технологиям и опыту производителей оборудования, в частности, там, Barco, Televic. Кроме этих брендов, которые мы будем показывать, мы также являемся дистрибьютором таких всем известных брендов, как Heliacoustic, Digico, Ayrton. Не во всех странах мы можем их показывать, но в Ташкенте мы будем максимально широко представлять свои возможности, компетенции и знания. Что еще хочу рассказать? Кроме показа буквально самого оборудования, там, мы хотим рассказать о некоторых кейсах, которые мы реализовали, в частности, в Ташкенте. В этом году мы участвовали в реализации большого иммерсивного музея, который будет построен в самом центре города, в Ташкент Сити Молл. Это очень интересная площадка, которую придумали и реализовывали две английские компании совместно с Фондом развития культуры Узбекистана. Музей полностью иммерсивный, он действительно небольшой, в нем будет использоваться около 40 проекторов Barco, и для участников фокуса в Ташкенте мы сможем устроить технический тур и показать, как все это было запроектировано, сделано и продумано и придумано. Мы являемся поставщиком не только самих проекторов, но также аудиооборудования и системы управления, поэтому у посетителей АВФокуса в Ташкенте будет на самом деле уникальная возможность прикоснуться к компетенциям известнейших мировых компаний, которые придумывали и создавали этот музей. Это шанс, который, наверное, которым нужно обязательно воспользоваться. Если говорить о том, что мы будем показывать, то прежде всего это мы покажем линейку проекторов Barco. Barco представлен как инсталляционными проекторами, так и прокатными решениями. Сейчас тема проекции она набирает обороты как в образовательном и корпоративном сегменте, так и выходит на улицы городов. В частности, у нас есть несколько проектов, в которых мы пока работаем на большие перспективы, связанные с мэппингом небоскребов в том же Ташкенте. В Грузии планируются большие проекты, которые по-настоящему украсят и оживят улицы городов. И для того, чтобы полноценно конкурировать на этом рынке, нужно, конечно, погружаться вглубь технологий, и это то, что мы будем пытаться делать. Еще одной, на самом деле, самой важной целью нашего участия в этом мероприятии заключается слом некого стереотипа о том, что эти технологии, которые мы представляем, это дорого. Безусловно, и Barco, и Heliacoustic, и Digico – это бренды первого уровня, и они, безусловно, очень дорогие. Но в то же время, одновременно, наши партнеры, с которыми мы сейчас уже работаем в этих странах, успешно конкурируют, побеждают в ценовых аукционах, связанных не только с коммерческими, но и с, не только с государственными, прошу прощения, но и с коммерческими заказчиками. Если государственного заказчика выиграть достаточно легко, с дорогим решением, то коммерсанты считают очень-очень хорошо. И тот факт, что мы выиграли этот тендер на иммерсивный музей в Ташкенте, который оплачивал коммерческая компания, это частный музей, говорит о том, что эти решения вполне себе конкурентоспособны. Собственно говоря, вот мое короткое представление. Буду рад вас всех видеть в Алма-Ате, Астане и Ташкенте.
Ну что ж, спасибо большое. Да, действительно очень важный момент, потому что премиальное оборудование, ну, действительно, его если использовать рачительно, с умом и точно зная вот эти технологии, оборудование, оно в общем-то, премиальное, бюджет потому может что быть очень люди сильно, очень много времени потратили энергии на то, чтобы сделать его максимально эффективным. И когда вы делаете его эффективным, стоимость владения и решения остается совсем невысокой. Да, да, если там еще есть такие факторы, как срок службы, вот, да, срок морального устаревания. Мы так дистрибутируем европейский свет. Множество, европейский свет оказывается на сроки службы дешевле, чем китайский. Хотя в магазине он стоит в 4 раза дороже. Для этого, да, собственно говоря, дистрибьютор должен являться еще и провайдером знаний, которые он черпает у вендора. Поэтому здесь, да, профессиональное эффективное общение крайне важно. Ну что ж, это был Андрей Никитин, директор по продажам компании Sound Creation Electronics. Спасибо большое, Андрей. До встречи на АВ-фокусах.